Так, заканчиваем в этом месте. Едем дальше. Наш тот же таксист здесь, кстати, удивительный человек. Он, я спросил у него о мечте. У него мечта была ездить на вот такой вот машине, то есть работать. Да. Мечта была работать таксистом, его мечта осуществилась. Thank you very much. On the front. Ага, правосторонняя. Да. Забываю. Постоянно забываю, что левостороннее движение, да. Ой, или правостороннее движение. Какое здесь вообще движение? If you want, you see my face. It's not over there. Come with me. Yes, yes. No problem. Твой фейс мы узнали. Да. Now you little boss, yes? Today boss, today. Today boss? Okay. Твои мечты сбываются потихоньку. You dream. No problems. Your dreams come true, yes? Today. 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 Only today. Maybe but in the future. Ну что, это только начало. Через полгода будешь уже начальником всех такси. Maybe after half year you will be big boss. Always three. Wow. Fatho, what three? Не дал ты я, эй. Она не подакет, эх, я млю, тогда. Сорвался. Та карта. Тут свои клиенты, прости. Ланч. О, там какая-то полиция, что ли, или что-то случилось. А там вот. В общем, друзья, вот такое вот это место. Находимся на острове Мальта сейчас. Здесь каждый вечер происходят вот такие вот движения. Постоянно эти дискотеки, клубы, ночью никто не спит. Таким образом проходит здесь жизнь. The guy is Nicky. Nicky. Nicky? Yeah. Hello, Nicky. Nicky. Динозавру. 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 Do you have dream, Nicky? At the динозавру. Do you have dream? You're filming? Yeah. Обзор ТВ. Вот, да, помолта, ханаду. Какие вот здесь, в общем, движухи происходят. Что-то там полиция какая-то, он там бровит. У нас посмотрим. Майдачи фильмял сериал. Эй, да, найду. Дима, найду, звиги. Дикцай, дуру, да. Очень много, кстати, здесь полиции. И не только именно здесь, а вот на этой вот улице всей. Вот. И несмотря на это, в клубах я заметил, что здесь все как-то очень вот, видите, вот этот вроде бы такой огромный сумасшедший дурдом здесь творится. И все равно здесь как-то все вот нету. Вот ни одной драки, во-первых, не было, сколько я заметил. И не было каких-то вот этих вот выяснений, разбирательств, при том, что все весело здесь проходит. Все-таки европейцы, как что ни говори, они по-другому веселятся, чем в России люди. Вот. Кроме этого, меня очень удивила одна вещь, что запрет курения, который в Европе как бы везде распространяется. У меня такое ощущение, что на Мальту вообще не распространяется, потому что все в клубах ночных курят. Сейчас я, кстати, у нашего таксиста узнаю. Это самое, одну секунду спросил, но почему? Вот насчет курения здесь, вот я скажу, что я заметил, в клубах все курят. Это как бы нормально. Это не то, что это ужасно или не ужасно. Это за разрешено. Because we saw in Malta, in the clubs, everybody smoke inside. Is it? You see the police. It's okay, it's or not? No. То есть это за police. So if police come, ticket. Ticket. Если полиция придет, тогда будет. 300 euros. How much? 300 euros. 300. 300 евро, да? 300 евро будет штраф. 300 евро ticket for the club or for person? From the person. С человека. Поэтому, ага, все понятно. То есть, получается, они штраф берут с того, кто курит? Да. Okay. You smokers? No. No lie? No smoker, просто интересант. Interesting. Да. Because in Europe, no one smoke in the club inside. In Sweden, да, такие вещи. В общем, друзья, как поняли, 300 евро штраф, если человек курит. Но самое интересное, то, что в клубах курят все. И полиция не как бы абсолютно спокойно это. Она вообще туда не заходит, скажем так.
заходит только если какие-то реальные там проблемные случаи, они просто так, чтобы докопаться и. Там, много не же дают штраф, он сказал. Как? Полиция приходит, говорит, тут много штрафов. Да? Ну, несмотря на это, все курят, он говорит, все курят, да. Все everybody smoke. Да. Она... Спроси, трудно устроиться, допустим, на работу вот на Мальте, если человек приехал? Is it hard to get work in Malta if, for example, we come from another country? She is problem now, very problem? Very quiet now, you know? The work. Мало работы. Ага. А кризис здесь какой-то есть crazy, или нету? Yeah. Yes? Yes, now it's more crazy, you know? Мальтийский язык, он на какой больше похож? На арабский. На арабский? Мальтийский язык more like Arabic, yes? Мне сказали, другие мальтийцы, что похож на арабский. Ну да, сейчас, мол, сейчас. Смешан с итальянским и с английским. А он знает ты на итальянском? You speak Italian? Italian? No? Poco, да. Poco. Все мальтийцы, all Maltese, poco Italians, yes? You speak Maltese? No. Io parlo. Italiano? Poco italiano? Спроси, почему здесь все говорят на английском? Это откуда вообще пошло это? Why all Maltese people speak English? Why? The first is Maltese. First? Maltese. And second, English. Third one, Italian. Ah, okay. Malta, you know? The Malta first, Maltese. Okay. And second, English. English, okay. But poco italiano, francese. В общем, первый язык получается мальтийский, а второй английский, а потом уже итальянский. Ага. То есть государственный язык у них английский тоже получается. You have colony? English colony or no? Colony? Britain, Great British. Britain. Great Britain, British, no. British colony. British. Now? No. Half and half, you know? Наполовину. Do you work from here, from Malta? Work Malta? No, yeah, it's a holiday. Holiday. A holiday. Yes. Holiday. It's a big holiday? Big. Every time holiday. 1 month holiday. Maybe. 1 month? Yes. And you know, disco is open every day? In the night? Yes. All night or every day? Every day, yes. St. Julian's, oh, every day open. No, no. St. Julian's and St. Paul's Bay, you know St. Paul's Bay? Okay. Bujibba. Yes. То есть Гуджиби еще, да, эти движения почти. Гуджиби какие-то дискотеки. Now you know, yes, on the left. I know. Very good memory. Today is second time today. Second time. I give you here, no? Okay. You have GPS в голове, да? Сейчас он говорит. Да. Это я. Сейчас я. Все. Okay, here. Turn around, yes. Thank you very much. Супер водитель, супер объяснил тему. All right. Thank you very much. All right, it's more peace. All right. Вот такие вот, друзья, здесь движения на Мальте происходят.